Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня давайте мы рассмотрим приложение, игрушку, называется X-Blocks. Это типа тетриса, вот, но мы должны из трех фигур, которые предложены нам внизу на панелечке, выбрать самую подходящую, которая нам нужна, и составлять линии. Вот, поначалу кажется очень легко и просто, и так все идет отличненько, все складывается, но со временем выставляется все таким образом, что становится все сложнее и сложнее. Вот. Игрушка очень довольно-таки залипательная, такой таймкиллер просто невероятный на самом деле. Вот. И такой разновидность тетриса, их существует огромное количество. Этот характеризуется тем, что он очень яркий. Вот, я как-нибудь еще буду делать обзор на игру аналогичную, но там будет оно в тонах такого, в стиле дерева. А здесь это больше такая яркая. Вот, по сложности они, в принципе, похожи. Вот, здесь просто игровое поле больше, там чуть поменьше. Но вот эта игрушка, вот реально рекомендую, кто очень любит головоломки, вот, те будут очень довольны. Вот, кто есть там с цифрами, а это вот с блоками. Вот, я очень люблю такого плана игрушки. Они просто невероятно так убивают время, если нужно, там в очереди где-нибудь или просто вот там, кто любит позалипать. Поэтому очень-очень рекомендую. Итак, скачивайте X-Blocks, я ссылочки внизу оставлю. И всем до встречи, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами еще встретимся. Пока!